Здравствуйте. Здравствуйте. Могу разрешить инспекцию? Можно? Заходите, заходите. Сотрудники Шуйской уголовно-исполнительной инспекции в дом входят аккуратно, чтобы не натоптать. Здесь живут дети. У Елены трое своих и еще два племянника. Из-за этого маленького детского сада женщине и предоставили отсрочку отбывания наказания. Офицеры проверяют состояние жилища семьи, напоминают, что по условиям, оговоренным судом, женщина должна быть образцовой матерью. И если сотрудники УФСИН или соцзащиты в этом усомнятся, осужденная за кражу Елена отправится на зону. Отсрочку наказания женщине предоставили до наступления младшему из ее детей, Артуру, 14-летнего возраста. Сейчас малышу чуть больше года. Ничего-то, одно только то, что если я перееду куда-то, даже если в другой город, я обязана, прежде чем переехать, сообщить, прийти. А так ничего, то есть я могу ездить куда-то, что-то делать, работать. То есть нет никаких у меня это. Ну вы, конечно, не работаете. Сейчас пока нет, да, потому что вот я сейчас оформляю детей в детский садик. Уголовный срок вовсе не значит, что осужденный отправится за решетку. Суд может назначить условное наказание, отсрочку, исправительные работы или ограничение свободы, как у Николая. Буквально пару недель назад мужчина был осужден за драку. Ему на ногу надели специальный браслет с датчиком передвижений и запретили покидать пределы муниципалитета. Год назад с инспекторами УФСИН мы уже были в этой квартире. Тогда проверяли сожительницу Николая. Женщина попала под амнистию и ждала освобождения. Сейчас ее дома нет. Получила новый срок, уже в местах заключения. За Николаем сотрудники службы внимательно присматривают. Два нарушения, и он отправится вслед за любимой женщиной. А сколько он должен у вас висеть? Его вообще снимать нельзя? Нельзя его снимать. Его до 21 мая. Можно выходить. Можно. Мне по шуй, можно хоть куда. Мне лишь бы до знака. Вот Псоровалский до знака. В Китово нельзя, в Фильно нельзя, а так пошуй можно. Для осужденных без лишения свободы суд устанавливает определенные ограничения. Кому-то запрещает передвижение по городу, кому-то велит пройти лечение или найти работу в обязательном порядке. Этому мужчине, осужденному за кражу батареи, сотрудник выписывает направление в центр занятости. Сработаете? Неофициальные заработки, да? Попадил кремом. Спиртным не злоупотребляете? Бывает, надо. Бывает иногда. Но это не злоупотребляете, употребляете, да? Такие проверки сотрудники УФСИН проводят раз в месяц. Еще раз осужденные приходят к ним сами на профилактические беседы. После амнистии прошлого года ряды осужденных без заключения существенно поредели. Но затишье было недолгим. После амнистии новый наплыв у нас уже, конечно. И основная масса, ну не основная масса, но большинство возвращаются те, которые даже попали нас под амнистию, то есть возвращаются к нам опять. Мы ведем Шуй, Шуйский муниципальный район, вот сейчас у нас порядка 190 осужденных по городу Шуй, Шуйскому району. Сейчас, рассказывают инспектора уголовно-исполнительной инспекции, особенно много среди осужденных без лишения свободы так называемых пьяных водителей. Тех, кто повторно после административного штрафа сел за руль под мухой. Чаще всего суд назначает им обязательные работы. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя.